Эти юные физики очень любят проводить опыты и моделировать различные процессы. В любимой науке школьники разбираются на отлично, что не раз доказывали на региональных и всероссийских олимпиадах. Но останавливаться на достигнутом ребята не собираются и планируют развивать свои способности. За этим они и пришли в образовательный центр «Спутник», где проходит интенсив для юных физиков и математиков. Правда, для начала им нужно пройти отбор, доказав, что они действительно одаренные дети. У меня с самого детства интерес к физике, я хорошо разбираюсь в точных науках, и помимо школы я еще занимаюсь много с репетиторами, и для того, чтобы еще приумножить свои знания, я записался на эти курсы. Я ожидаю получить максимально больше знаний, поработать в лаборатории, так как здесь много новых инструментов для этого и возможностей. А эти ребята сильны в информатике и программировании. Для таких в «Спутнике» тоже есть интенсив, куда также на конкурсной основе ведется набор детей. Поэтому на профильную смену попадут лучшие из лучших. Имран Халкечев надеется, что выиграет эту битву интеллектуалов, и полученные тут знания станут еще одной ступенькой на пути к его мечте. Мне сказали, что здесь будет курс двухнедельный по информатике. Ну, а информатикой я собираюсь заниматься в будущем. Я и на дополнительный по информатике хожу. Хочу заняться программированием. У меня были некоторые базовые знания, я хотел бы их закрепить здесь, ну, проверить, что я знаю, а чего нет, ну, и научиться чему-то новому. Но те ребята, что не смогли приехать на очный отбор, проходят его дистанционно. К примеру, этого школьника из Учкикена уже пригласили на профильную смену, на которой ребят 2 недели будут знакомить с основами механики и оптики, дадут им проработать в виртуальных лабораториях и научат моделировать физические процессы в различных 3D-средах. Мы хотим детям дать как можно больше, чтобы их заинтересовать, потому что в таких профессиях самое главное – это чтобы дети сами хотели учиться, чтобы они были заинтересованы в своем самообучении. Мы не сможем, потому что все знания им вложить в голову, мы можем дать им только инструменты. Поэтому мы на это акцентируем внимание, когда проводим отбор. То есть помимо тестирования входного, которое мы с преподавателем разработали отдельно по физике, отдельно по программированию, также проводилось устное собеседование, чтобы выявить, насколько дети заинтересованы в самостоятельной работе. К слову, в «Спутнике» есть несколько профильных смен. Здесь реализуются интенсивные программы по 3 направлениям – наука, спорт и искусство. И для их углубленного изучения тут есть все необходимое – от отлично оснащенных лабораторий до профессионально подготовленных педагогов. Словом, это место возможностей, где помогут раскрыться способностям наших детей. Дарья Назарова, Ливан Задзами, Архыз 24.